Назар Букшта і Владзімір Завяржэнец – вучні прававога класа. Пытанне, кім быць, для гэтых хлопцаў ўжо не стаіць. Для мяне это престиж, это огромное уважение родственников, ну, и многих других людей. Мне нравится эта профессия, и это уважение какое-то. Хочу поступить в институт МВД, который находится в городе Могилёв, на оперативника. Ну, как бы интересная профессия. Поступаю в академию. С того мечта детства. С самого детства нравятся милиционеры в красивой форме. Всегда у меня вызывали почет и уважение. Вот. С дальнейшим желаю связать свою судьбу с милицией. Ініцыятар акцыі – управленне ўнутраных справ Брэсцкага аблвыканкама. Арганізатары адзначаюць, з кожным годам цікавасць да акадэміі і Магілёўскага інстытута Міністэрства ўнутраных справ у юнакоў павялічваецца. Толькі ў гэтым годзе курсантамі сталі больш за 100 хлопчыкаў і дзяўчынак з Брэсцкай вобласці. Главная ее цель – это показать широкие уникальные возможности учреждения образования Министерства внутренних дел, а именно Академии МВД и Могилевского института. Ну а для тех ребят, которые выберут дальнейшую службу правоохранителей, показать, насколько интересной и полезной для общества будет их дальнейшая работа в милиции. О перспективах навучання юнакам рассказали выкладчики. Дарэчы, у гэтым годзе шэрагі праваахоўнікаў в области пополнили больш за 70 выпускнікоў Академии Института Министерства внутренних справ. Падчас акции подяки ад управления внутренних справ атрымали школьники, якія уже вызначыліся со своим профессийным выбором. Вся моя семья посвятила свою жизнь милиции. Я хотел бы поступить в какие-нибудь спецподразделения. Дарэчы, с профессийными умениями бойцов отрады милиции особого призначения можно было познакомиться тут же, на акции. Так само, как и за работой супрацовников комитета судовых экспертиз. Да и сами подлетки смогли примерить форму правоохранников, а еще пострелять, поспоборничать у спрытности и спортивных конкурсах. Супрацовники Державтоинспекции пропоновали школьникам протестировать новую распрацовку ведомства – компьютерную гульню по правилах дорожного руху. Побач супрацовники следчага комитета. Школьники с цікавасцю разглядали, что ж уваходить у профессийный набор специалистов. Моим рабочим местом на местах происшествий является данная передвижная криминалистическая лаборатория, вот, которая оснащена различными научно-техническими средствами, которые я использую на местах происшествий. В том числе это у нас унифицированные чемоданы. Кульмінацыя акцыі стаў флэшмоб. Гасцей запрасілі ўвасобіць беларускі флаг. І яны з энтузіазмам адгукнуліся. Евгенія Мароз, Роман Філюціш, тэлерадыёкампанія «Брэст».